Называется 5 мая 18.00. Итак, смотрим, все ли у нас. Сегодня я постараюсь ответить на все вопросы, которые вы мне задаете. Большое спасибо вам за участие. Ну, начнем. Итак, все, настройку я сделал. Елена Симакова, здравствуйте, здрасте. Уважаемый Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, простые обряды, как покормить птиц, выкуп или рассыпать мелочь на улице, когда проводить утром или вечером? Это не имеет значения, но лучше это делать утром. Дело в том, что это обряды, которые выглядят следующим образом. Итак, для чего кормят птиц? Считается, что в случае, если человек покормит птиц, если у него есть неприятности, то у него исчезают проблемы. Какие это могут быть проблемы? Обычно решаются таким образом проблемы, которые посвящены чему-то, связанному с деньгами. Допустим, как это вообще выполняется? Обычно человека что-то мучает, и мучить его может следующим образом. Неидентифицируемые мучения, когда в теле что-то ломит, что-то болит, что-то нервозно отдается эхом. Второе, мучают чувства, которые сжимают что-то в груди или наоборот, ощущение, будто все время плакать хочется. И третье, это осознанные мысли, которые мешают ночью заснуть и которые мешают свободно проживать или свободно жить. Когда появляются свободные мысли, которые мешают человеку жить, вот именно с хлебом необходимо работать. Хлеб является прообразом человеческой жизни, и обычно человек может этот хлеб или часть каких-то ситуаций, которые более его всего беспокоят, может их устранить. Обычно это связано не со здоровьем, со всем чем угодно, кроме здоровья. Допустим, вы должны деньги, или у вас что-то мешает вашему нормальному существованию, вас выгоняют, или у вас должен произойти какая-то неприятность, о которой вы знаете, и вы должны это или хотите это устранить. Выполняется это следующим образом. Человек утром покупает белый хлеб, мысленно представляет данную ситуацию, прикасается ко лбу и мысленно представляет, будто такая ситуация или такие переживания из головы или из груди переходят в хлеб. После чего необходимо мелкими кусочками хлеб ломать и кормить птиц. В случае, если это делать несколько раз в неделю, то такие ситуации исчезают. Это действительно очень эффективный метод. Пожалуйста, можете проводить. Иванна. Доброго дня, Андрій Андрійович. Допоможіть, будь ласка. Нічого не складається в особистому житті, як бути. Смотрите. Чуть-чуть непонятен вопрос, потому что если вы живете, у вас не получается, это одно дело. В случае, если вы не можете встретиться и не можете ни с кем познакомиться, это другое дело. Давайте, наверное, отвечу на то, почему, допустим, начинаете жить и что-то не складывается. Вы знаете, люди, которые начинают жить совместно, и у них что-то не складывается, это настолько просто решается. В большинстве своем это прямо безумно простые есть правила, их там несколько, используя которые, человек навсегда избавляется от проблем, которые могут находиться в семье. Вот если взять такие правила себе в свою жизнь и использовать их в семье, то всегда жизнь в семье появляется, и деньги, и возможности, и счастье, и уют, и хорошие отношения. Давайте я сейчас вам эти правила скажу, те, которые вспомню, и те, которые считаю прямо самыми глобальными. Итак, первое правило, оно очень важное, запомните его навсегда. Это правило звучит так: никогда не проявляйте претензий. Запомните это навсегда. В своей семье не проявляйте претензий. Когда человек проявляет претензии, он разрушает свою семью, потому что он использует метод, при котором один человек становится судьей, другой человек становится подсудимым. Рано или поздно человек-судья, он начинает так мешать подсудимому, что подсудимый начинает искать возможности побега или возможности, не знаю, какие-либо еще, но он терпит. Второе правило, замените слово «я». То есть я. Замените слово «я» на слово «мы». Третье правило. В случае, если у вас есть подозрение, то вы ищете повод для расставания. Тоже это помните. Поэтому, либо вы, если человек ругается, он ищет повод для того, чтобы расстаться. Если вы ищете повод для того, чтобы расстаться, то расстаньтесь.
Если вы ищете повод для того, чтобы объединить семью и сделать так, чтобы семья была счастливой, то сделайте так, чтобы у вас не было поводов и подозрений. Поэтому либо вы за то, чтобы сохранить семью, и что для этого необходимо? Просто ничего, сохраняйте ее и не ищите никаких поводов. Либо находите поводы, чтобы расстаться, но при этом никаким образом не расстаетесь. Начинаете друг другу выносить мозги и издеваться друг над другом. И почему это все приносит материальное благополучие? Когда человек имеет претензии, еще есть ряд целый поводов, допустим, один из них или правил, один из них — это проявление доброты. Проявление доброты и проявление или настрой на то, чтобы наслаждаться тем человеком, который рядом с вами живет. Вообще, наслаждайтесь семьей. Для того, чтобы начать наслаждаться семьей, необходимо утром произнести себе слова. Сегодня я настроена или настроен на то, чтобы наслаждаться своей семьей. Как человек наслаждается семьей? Проявляя милость, человек проявляет благость. Поэтому наслаждайтесь, говорите комплименты, говорите что-то хорошее, говорите о том, как все прекрасно. Восхищайтесь тем человеком, который находится рядом с вами. Есть такое правило, которое очень важно для семьи, но не обязательно его использовать, но оно очень правильное. Когда мужчина восхищается женщиной, то женщина думает, что она может восхищаться мужчиной точно таким же образом. Нет. Женщина любит, чтобы восхищались ее телом и ее красотой. Женщине нельзя говорить, какая на тебе красивая там юбка, платье, серьги и так далее. Необходимо говорить, какие красивые щеки, удивительные пальцы, вы сегодня потрясающе красива и так далее. Вот такие моменты, они могут помочь. Мужчинами нельзя говорить, у тебя красивые губы или какой ты красивый. Мужчине можно сказать, у тебя красивые часы сегодня, или твоя одежда сегодня очень красива, или ты красиво выглядишь, как опрятно и очень модно. Таким образом, мужчина, им можно восхищаться тем, что он достиг. А женщиной, вот если вы восхищаетесь женщиной, которая ездит на машине, ей понравится. Если вы восхищаетесь мужчиной, который ездит на машине, ему не понравится. Но если вы будете восхищаться мужчиной, вернее, восхищаться автомобилем, на котором ездит мужчина, мужчина будет вас обожать. И где же в этом всем деньги? Смотрите, есть понятие такое, оно называется мотивация. Мотивация обычно заставляет человека либо что-то делать, либо ничего не делать. И когда человек не хочет ничего делать, здесь такое понятие, которое называется «зачем мне это?». То есть, когда мужчина с женщиной живет, то он живет ради чего? Он живет ради эмоций, которые создает та женщина или тот мужчина, который с вами живет или проживает совместную жизнь. Вы задумывались когда-нибудь, какую вы эмоцию создаете? Это в большинстве своем. Но есть второй пункт, он незначительный. Часто незначительный для большинства людей. Но есть люди с небольшими сдвигами психическими, которые живут ради, там, допустим, денег или живут ради, ну, непонятно чего, в общем. И вот эта мотивация, это зачем рядом с вами человек живет. Как правило, люди живут рядом друг с другом, и живут они ради эмоций, которые создает тот человек, который находится рядом. Если эмоция позитивная, если эмоция положительная, то всю семью можно представить в виде таких весов, где семья — это центр этих весов. И в случае, если в семье есть положительные эмоции, и они в большем количестве, чем отрицательные эмоции, то эти положительные эмоции, они притягивают в жизнь материальное благополучие. Если этих эмоций положительных меньше, чем отрицательных, то это притягивает неприятности или просто блокирует деньги. Почему так устроено? Дело в том, что исчезает внутренняя мотивация, если перед тобой все время находится человек, который живет через претензии. А ты должен, а ты не смотришь, а у тебя некрасиво, а ты не такой, а ты толстый, а ты не зарабатываешь, а у тебя плохо, а ты еще что-то, а ты еще что-то. Ну и, конечно, необходимо вспомнить о своих лицах. Вы знаете, что одна из проблем людей заключается в том, что каждый человек, живущий в семье, думает, что он идеален. Что он идеален и что он делает все идеально. А это неправда. Почему? Не бывает идеальных людей. Так не бывает. Поэтому здесь еще один принцип. Помните о том, что вы не идеальны для того, чтобы делать кому-то замечания. И помните, что каждый человек не идеален.
но не обязательно об этом человеку говорить. А еще есть такое понятие, оно называется терпение. Иногда терпение очень много может сделать. Почему? Терпение — это своего рода откуп. Так человек обычно перед чем-то очень глобальным должен получить три предзнаменовения своей жизни. Эти предзнаменовения, они могут выглядеть следующим образом. Допустим, у человека есть квартира, он мечтал о большой квартире, и приходит время, когда эта квартира может появиться. То есть есть, допустим, запасы, небольшое количество денег, которые хватает как раз на ту квартиру, которая, вернее, чуть-чуть не хватает на ту квартиру, которая необходима человеку. После этого человек говорит: вот мне хочется, когда-нибудь у меня будет, вот хорошо было бы и так далее. Это программа. Такая программа, она называется метапрограмма или глобальная программа. Ее нет необходимости каждый день повторять, но такая программа, она может запускаться за счет звезд или за счет каких-либо событий. И такая программа плавно на протяжении жизни может развиваться. Доходит до какого-то момента такая программа или плавно такая программа начинает запускаться, и у человека могут произойти три предзнаменования. Первое предзнаменование: у человека может появиться болезнь. Поэтому любую болезнь необходимо воспринимать с элементом таким, что ура, я посвящаю свою болезнь исполнению моей программы, или я посвящаю свою болезнь дальнейшему материальному благополучию или своей любви. Вторая программа — ругня. Может появиться какая-нибудь ситуация, в ходе которой у человека может появиться ощущение, будто там, вот они меня 100% используют. Кстати, никогда не произносите эти слова. Никто никого в семье не использует. Все живут как бы сами по себе. Все живут в семье, хоть это и выглядит как общее проживание, но в целом это выглядит как комфортное выживание или некомфортное выживание. Так вот, более комфортно, если люди прожили друг с другом, допустим, 3, 5, 7, 10 лет, и кто-то говорит: мной пользуются на 100%, и хотят мной использовать, меня там выкинуть и так далее, это ложь, потому что 3, 5, 7 лет достаточно уже было для того, чтобы это сделать с максимальной эффективностью и навсегда от вас отделаться. Поэтому обычно я считаю, что если в нормальной семье у мужчины или у женщины появляется такой захер, мазох, то это связано исключительно с психическими стрессами и восприятием, неправильным восприятием человеком жизни и внутренним каким-то состоянием, при котором ему необходима помощь. Успокоиться, поспать и не перекладывать с воспаленного мозга на здоровый мозг. Поэтому в случае, если вы живете под одной крышей, и у вас там, допустим, свекруха, вы и муж, и после этого вы считаете, что свекруха, она делает вам что-то плохое, что-то там, знаете, она ничего вам не желает и плохого вам ничего не хочет. Она же выживает вместе с вами. И очень часто так происходит, кстати. Тёща или свекруха является точкой преткновения. И обычно перед тем, как произойдет что-то глобально хорошее, появляется ненависть к свекрухе или ненависть к тёще. Это 100% проверено. И вот если зять, допустим, все равно преодолеет себя, будет обожать свою тёщу, то семья после этого, наоборот, увеличит доход, сделает так, чтобы там или дети родятся, или еще что-то произойдет. Вообще, знаете, я часто говорю эти слова, и это абсолютная правда. В случае, если в семье мужа начинать натравливать на его маму, то у мужа исчезают заработки. Это всегда работает именно так. Но если муж не любит свою тещу, то ему перестает автоматически нравиться визуально его жена, и он будет искать встречи на стороне. Это энергетическая подоплека. Далее. Человек говорит, многие люди думают так, они думают, что можно выйти замуж или жениться на женщине или мужчине и сделать так, чтобы этот мужчина и женщина там полностью посадил вас на шею свою и открыл ворота перед бесконечным богатством и доходами и счастьем в жизни. Я видел много семей в своей жизни, где очень богатый мужчина садил себе на плечи свою жену, и после этого падал просто и разбивался о скалы невезения. И в жизни было очень плохо, женщина при этом уходила к другому,
И после этого точно так же разбивался и тот человек, и в итоге такая женщина, кстати, очень плохо закончила психическим заболеванием, и ребенка забрали, сейчас наркоманит. Но женщина в свое время, это не один раз было, это не одна история, это просто почему-то вспомнилась такая история. И вот женщину такую знал, которая имела просто невероятную красоту, невероятно красивая, вечно искала, мама ее научила быть человеком, который выберет себе мужа, неважно какого, главное было, чтобы был молодым, с хорошей семьей, чтобы можно было сесть на шею и никогда не работать. Она постоянно находила таких, только первый был молодым, который был из хорошей семьи, ничего не получилось, бизнес развалился, хоть и смогли купить квартиру, но все равно бизнес провалился, она постоянно устраивала истерики. Почему? Она себе поставила планку и считала, благодаря тому, что ее воспитали, так считала, что она достойна, и дальше по тексту. Но были и другие в моей жизни истории, когда женщина, в общем-то, и не очень хорошая, как другие говорили. А почему не хорошая? Ну, там, с девочками не гуляла, подруг особо не имела, училась в институте, институт закончила. И после чего мужчина сделал ей предложение, и мужчина без достатков и так далее. Но девушка из хорошей семьи и без высокого дохода, этот мужчина тоже без высокого дохода, начинали жить вместе. Теплые отношения, родился один ребенок, через несколько лет купили квартиру, сделали отдельно самостоятельно бизнес, небольшой. Бизнес начал развиваться, потом бизнес увеличился, потом родился еще один ребенок, она находилась дома, он развивал этот бизнес и так далее. И что-то получилось. В чем же различие? Различие, оно находится в том, что ложь и эксплуатация – это нехорошо для семейных отношений. Так девушка, которая думает, что она достойна большего, что ей откроются горизонты, что она может сесть на самые жирные плечи самого богатого человека, может добиться успеха, а может и нет. Но почему это происходит, что одни добиваются успеха и находят, а другие не добиваются и не находят? Все связано с особенным внутренним состоянием души. Одни могут создавать радостные компоненты, а другие живут через претензии. Вот очень часто девушки, которые воспитываются не в очень благополучных семьях, но воспитываются с позиции «ты красивая, все сможешь», они погасят своего мужа. Чем погасят? Потому что одна из особенностей этой жизни, она заключается как раз в том, что все прекрасное с нами происходит в тот момент, когда у нас есть прекрасные чувства. Когда у нас есть прекрасные чувства и прекрасные проявленные чувства. Что хотят люди, которые с вами живут? Прекрасных проявленных чувств. Только этого они хотят. Прекрасных проявленных чувств. Весь мир хочет чувств. Все хотят чувств, но люди, как чувства определяются? Они могут быть не только в чувствах, они могут быть и в поступках, и в действиях, а также во внешнем виде. Есть такие люди, у которых постоянное лицо с претензией, прямо нарисовано на лице. Учитесь создавать чувства, учитесь на раз, два, три создавать чувства счастливого человека. Конечно, если смотреть на женщину и постоянно лицо скривленное, то никакая женщина не захочет с вами жить. И денег не будет. Если женщина обижается по 3 недели, какие деньги, забудьте о них. Вы мне можете сказать, Андрей, но это же не так, есть много людей, у которых там скривленные ненавидят и так далее. Не забывайте о том, что каждый человек является ячейкой семьи. И так бывает, что одна звездочка в семье, допустим, которая связана по крови со всеми остальными, может вытянуть всех. Так в одной семье может быть человек, который много чувствует, много радуется, очень счастлив. И у всех, кто с ним связан кровью, может становиться лучше. Я, допустим, человек, который из хорошей семьи, и моя жена из хорошей семьи, и мы когда друг с другом начинали отношения, то у нас сразу же были вот эти чувства. Мы радовались, она дарила мне сумасшедшие чувства, потому что она смеялась, потому что ее все радовало. Так вот мы и живем много лет. Если грустно, поддерживаем, если плохо, гладим друг другу ножку, вечером смотрим фильмы, а если ложимся спать, обнимаемся. Каждый создает свои чувства, но они не такие, что подвинься и лежи так. Тебе нужно, сам возьми. То есть тебе хочется обниматься, не жди, когда тебя обнимут, подойди, обними. Тебе же хочется, возьми.
Наверное, ответил на вопрос, да? Ну, а если не можете выйти замуж, то много есть таких принципов. Первый принцип. Смотрите, эзотерически Бог создал женщину, и ей необходима вторая часть. Когда Бог создавал женщину, он понял, что если она будет беременная, бегать за животными, то она 100% не выживет. И ей необходимо обязательно кто-то, кто будет ей помогать. То есть фактически еще одно существо нужно было создать. То есть я не говорю, что первая была женщина, а второй мужчина. Я просто говорю гипотетически, что нужно было создать еще одно существо, которое бы помогало этой женщине и помогало зачем-то этому существу. Что нужно от этой женщины? То, что будет его притягивать к ней. А зачем он ей? Чтобы сесть ему на шею. Потому что в трудные времена он должен будет ее кормить и ребенка кормить. То есть это его миссия. То есть ее миссия — выносить ребенка. Его... Но что? Эволюция произошла, и этого, по идее, ничего уже не нужно. То есть женщина может и сама и выносить, и родить, и воспитать. И мужчина может совершенно легко прожить, и так, чтобы не было женщины и так далее. Но некая структура врожденного качества желания женщины, она осталась у мужчины, и желание мужчины осталось у женщины. И тут такой вопрос, чего хочет мужчина? Мужчина хочет энергию, которая связана с женской красотой. А женская красота возникает в тот момент, когда она постоянно ассимилируется и постоянно чем-то вырабатывается. О чем я говорю? Вот у нас есть в Украине песни, ее поют на всевозможные праздники. Особенно это свадебные песни. И там есть одна песня, и там рассказывается, как меня мама постоянно ругала, чтобы я перед окном свои волосы не чесала. А я ее не послушалась, чесала волосы и замуж забрали в раннем возрасте. С чем это связано? Это такая особенность. Чем больше женщина уделяет внимание своей красоте, чем больше внимания она уделяет своей красоте, каким образом? Я не знаю. Возьмите время, там 1-2 часа, 3 часа, мажьте себя кремом, я не знаю, расчесывайтесь по часу, там делайте все, посвящая это красоте, и начнете нравиться. Такую красоту в вас начнут видеть. Второе. Обычно люди, которые переключаются с позиции «я не могу выйти замуж», «почему я до сих пор не замужем» и так далее, они должны отвлечься, потому что часто именно эта проблема, озабоченность маниакальная на то, чтобы выйти замуж, мешает человеку. Вместо этого начните вышивать. Почему? Когда женщина вышивает, она занимается магией, вышивает крестиком, знаете. Когда женщина вышивает крестиком или начинает рисовать там, или там что-то делает, то она в этот момент занимается некой такой медитацией, как бы создавая свою судьбу. Мне мама когда-то мама вышила такую маленькую, такое на белой тряпочке, такой из конопляной ткани. Серенькой, она из льняной, нет, из конопляной, такая старая ткань у нее была, и она мне вышила, тогда еще в советское время не продавались, икон особо не продавалась, и она мне вышила такую икону, где изображена Божья Матерь, которая крест-накрест держит свечи, и, ну, не так красиво, она у меня до сих пор есть, и когда я видел, как она вышивала, она что-то там шептала. Я говорю: мама, а что ты шепчешь? Она говорит, она на украинском языке разговаривала и разговаривает. И она говорит: это я тебе шепчу, чтобы ты счастливый был. И говорит: мечтаю о том, как ты счастливый будешь, женися, о том, как у тебя дети появятся. А ты носи, пусть оно у тебя будет где-нибудь, будет тебя сохранять. Представляете, как это мило. Я тогда не понял, и она у меня валялась где-то, знаете, но сейчас мне уже вторая половина жизни, и знаете, как это мило для меня. Когда я беру это в руки, то мне всегда вот ощущения самые добрые, самые лучшие. А ведь что она намечтала в виде этих крестиков, то в жизни и произошло. Что вам хочу сказать?
это тоже работает. Так можно взять и начать вышивать. Крест-накрест и говорит себе, скоро замуж выйду, хороший будет, посадит мне себе на плечи, будет любить меня, маму мою будет обожать, всем будет помогать. Пусть будет так. Natur of Paradise. Здравствуйте, спасибо за второй обновленный. Даже после 7 пройденных очень интересно похудела. Вопрос о дочерях. Выйдут замуж и как жизнь сложится? Отлично, выйдут замуж, жизнь сложится самым лучшим образом. У Марии мальчик будет, а у Эльмиры... У Эльмиры такой более молодой мужчина будет. Тоже будет и мальчик, и девочка. Антовн Зет, Зент, Сент. Как мужу найти быстрее работу? Есть эзотерическая практика, которая называется практика Ом Дуале Дуале Дзунди Соха. Что это такое? Есть такое божество Апуня, Апуня или Дзунда. Это изображение женщины, которая держит большое, у которой большое количество рук, и которая держит в каждой руке какой-нибудь предмет. Можно представлять своего мужа и представлять, будто у него много рук с левой стороны и много рук с правой стороны. И представляете, будто в каждой из этих рук он держит, что вы любите. Вот золото, украшения, там, или там, золотую ручку, или бриллианты. Можете представлять, будто он держит бумаги, или лопату, или еще что-ли. А можете ничего не представлять. Представляете, будто просто у него много рук, и вот он ими качает. При этом произносите такую мантру. Ом дуале дуале дзунди соха. Ом дуале дуале дзунди соха. И все получится. Влад, здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, какое имеет значение есть напротив зеркала? Большое спасибо. Наши глаза, они имеют качество отталкивать или толкать. Говорят, какой жгучий глаз. Это оттолкнул человек глазами. У многих людей глаза имеют качество отталкивать. На эзотерическом плане в тибетской медицине написано, что глаза отталкивают в тот момент, когда все тело притягивает. И через, почему через глаза можно влиять? Потому что глаза отталкивают. Но если то, что отталкивается одним человеком и проникает силой глаз другого человека, то это внедряется. И это называется уже магией внедрения через глаза. Как правило, глаза, они очень... Почему человек снимает информацию? Он смотрит на человека и влазит как бы своими глазами в этого человека и ощущает, что чувствует его душа. При этом его душа либо может быть синхронно ощущать что-либо, либо асинхронно отталкивать. И чувства возникают при этом. И когда человек находится перед зеркалом, то когда вы смотрите на себя и, допустим, видите себя и говорите, какие у меня красивые плечи, вы в зеркале плечи оттолкнули, то есть пустили их в астрал. Зеркало — это проявление астрального мира, там находится астрал. Допустим, если женщина смотрит на себя в зеркало и говорит, какая ты милашка, как ты мне нравишься, такой красивый носик. Можете 100% знать, нос станет некрасивым, вот то, что вам нравится в вашем лице, никто не заметит. Почему? Не будет создаваться никаких чувств. Именно поэтому, когда человек кушает и смотрит на себя в зеркало, он может привести к тому, что у него будут проблемы в дальнейшем с тем, чтобы принимать пищу. То есть это могут быть проблемы с деньгами, это могут быть проблемы с пищей или еще с чем-либо. Вообще хочу вам посоветовать, мои любимые и дорогие красавицы, не любуйтесь собой в зеркало, не любуйтесь и не делайте это часто. Я заметил, что женщины, которые любуются своей красотой в зеркале, они внешне могут быть очень красивыми. Но есть женщины, которые внешне красивые, создают чувства у мужчин и у женщин какие-либо. То есть такие женщины, которые могут быть невероятно красивыми, но чувств не создают никаких. То есть смотришь на такую женщину, не хочется ни подходить, ни знакомиться, ни давать, ни говорить, ничего. Это сглазившие себя женщины, которые любят красоваться в зеркало. Поэтому если женщина, да, они скорее всего найдут мужчину, которому понравится. Есть еще животная красота, и сегодня
был в больнице на процедурах, мне там делали массаж. И во время процедур там была женщина, и она внешне некрасивая. То есть я могу сказать, возможно, она красивая для кого-то, но я могу сказать, что внешне она некрасивая. То есть у нее непропорциональное лицо, она непропорциональный вид имеет и так далее. Но у нее невероятное проявление какой-то женственности. В ней она блещет и хлещет. То есть в ней что-то есть такое. Я понимаю, что в этой женщине есть такое. Если ее сфотографировать, то ее фотография никогда нигде и никому не понравится, ни одному человеку. Но те люди, которые рядом с ней находятся, они 100% каждый что-то в ней видит. Что она создает? В ней создается такое ощущение, будто ей что-то хочется все время дать. И она этим и уникальна. И что-то в ней такое особенное. То есть, когда ее видишь, то через минуту кажется, что она вот самая красивая, самая внимательная, самая добрая, самая еще какая-либо. Что это такое? Это некая такая внутренняя сексуальность. Такая внутренняя сексуальность, она проявляется у женщины в тот момент, когда женщина проявляет милость и нежность. Это такая особенность, и эзотерически можно очень сделать себя сексуальной для женщины, да и для мужчины тоже. Каким образом? Запоминайте. Если представлять, будто вы весь мир гладите рукой и при этом испытываете нежность по отношению к этому миру, то в вас начинают видеть человека, которому что-то хочется дать. Проверено 100%. А если глядеть на себя в зеркало и говорить, какая я красивая, то на фотографиях вы будете нравиться. Но стоит вам прийти с кем-нибудь и начать общаться, то с вас влюбляться не будут, потому что не возникает ощущения, что этого человека хочется посадить себе на шею. Ну вот так приблизительно. Спасибо за ваш труд. Стоит ли сдавать в аренду дом семье с собакой на долгий срок? Да. Здравствуйте, дорогой Андрей Андреевич. Смотрите, вот вы меня сейчас поимели, Миримбар. Вы поимели меня тем, что я ответил на ваш вопрос, как ясновидящий. Хочу сказать, что я на этом зарабатываю деньги. Вот сейчас вы меня поимели, как ясновидящего, и вы мой должник. Зачем оно вам? Вы точно хотите быть моим должником? Андрей. Здравствуйте, дорогой Андрей Андрей. Здравствуйте, Андрей. Скажите, пожалуйста, из-за чего я так сильно худею и весь рассыпаюсь? Кожа и кости выпирают. Спасибо вам. Вы инвалид, Андрей. И вы худеете, потому что у вас нет активности. У вас мышечная ригидность. Из-за этого происходит появление атрофических язв. Вы болеете. А что вас может спасти? Как бы вы хотели бороться с этим или не хотели, вам может помочь исключительно активное дыхание. Засекайте время, полусидя или полулежа, и начинайте дышать. Начинайте дышать и засекайте это дыхание. Вначале делайте это по полминуты, 3 раза в день. Я знаю, что вам больно, плохо, нехорошо, но наверняка уверен, что помочь вам может активное дыхание. Активное дыхание, если вы будете... Дело в том, что вы ограничены. Ограничены в том, чтобы пользоваться, шевелиться, что-то делать и так далее. У вас болит постоянно, вы испытываете страдания, вам дают препараты всевозможные. И вы хотите выйти из этого состояния, но не понимаете как. Тело не подчиняется. Я хочу вам сказать, что тело, оно может либо быть подчинено, либо оно подчинит вас, ваше сознание и вашу душу. Для того, чтобы тело ваше подчинилось, ему необходимо сказать, что вы им управляете и вы можете его осадить. Каким образом это делается? В вашем случае вам поможет конкретно дыхание. Берете и делаете так. Засекаете время на секундомере и начинаете дышать. Как угодно, не нужно глубоко, можно поверхностно, но активно. И считаете. Как только начинает, можно начать с 30 дыхательных циклов, после чего сделайте перерыв 1 час. Сделайте так, чтобы на протяжении дня вы достигли, допустим, 1000 раз или 1000 вдохом и 1000 выдохом активных. После этого поставьте для себя задачу делать это ежедневно или через день.
Делайте это ежедневно или через день. Уже на 7-10 день вы увидите, как начнут с утра появляться силы. Вы будете удивлены, почему вам нужно перебороть то состояние, в котором вы сейчас находитесь. И выздоравливаете. А как поправиться? Берете зеленый чай и в зеленый чай добавляете сливочное масло 1 или 2 столовые ложки и щепотку соли и лучше еще паприки или куркумы желтого цвета, лучше паприки. И пьете это на протяжении дня 1-2 раза в день в теплом виде. От такого чая поправляется. Тибетский чай для того, чтобы увеличить вес. Добрый вечер, уважаемый Андрей Андреевич. Посоветуйте, пожалуйста, будет ли мне удачен переезд за границу? Хочу изменить свою жизнь. Будет, но мы убегаем постоянно от чего-то, думаем, что куда мы приедем, будет лучше. Если вы едете в Америку, едьте смело. Люди, которые приезжают в Америку, все мои знакомые, которые переехали в Америку вот за эти 2 года, и до этого очень много знакомых уехало в Америку, и много моих вот одноклассников, одногруппников, моих друзей по институту и друзей по жизни, из них очень много, я же занимался медициной, и из этих людей очень много людей были, хотел сказать, но не скажу. И много уехало за границу, особенно много уехало в Израиль, и особенно много уехали в Америку. И все, кто уехал в Америку, все до одного, вот все абсолютно, я с ними общаюсь, ну это приблизительно, ну я не делал статистику, но больше 20 человек. Это мои близкие люди, родня моя. Из этих людей нет ни одного человека, который бы сказал, что я жалею, что я переехал в Америку, и я хочу прямо сегодня вернуться туда, где я жил. Понятно. Вот так. Поэтому есть возможность куда-то уехать, уезжать в Америку. Почему я вообще начал говорить и что я хотел сказать? Когда человек начинает жить, он думает, что человек хочет жить в счастье. И человек думает, что если он переедет, допустим, с того места, в котором он находится, в другое место, то он будет более счастливым. Когда человек переезжает в другое место, или возвращается на старое место, или переезжает еще куда-то, то он счастья не найдет. Почему? Счастье необходимо найти в своей душе. Неважно, где ты живешь, если ты несчастлив в своей душе, счастья ни деньги не дадут, ни отношения, ничего. Я знаю многих людей, которые, попав в золотые клетки, несчастливы и не могут справиться с этим. Почему? Ну, многие люди рождены с качеством, которое называется холодное сердце. Качество холодное сердце или льдинка. Помните, есть такой фильм про Герду и Гая. И он пришел к Снежной королеве, она заморозила ему сердце, у него там была льдинка. Она ему смогла растопить льдинку, эта льдинка выпала у него из глаза. Так же и в жизни людей. Вот есть люди, которые рождаются с льдинкой, и их невозможно ни развеселить, ни дать им счастья никаким образом. Они ни от чего в жизни не получают удовольствия. Им все в жизни не нравится. Где бы они ни находились, они проекторы зла. Да, такие люди, попадая в интернет, они постоянно пишут какие-то гадости. Их тянет, вот они, главная их радость это там напиться один раз. Или каждый день выпивать там по 20, по 50, там по 100 граммов и проявлять ко всему миру претензии. Там все плохие эти, плохие эти, плохие, потом находят интернет и начинают. Как можно больше плохих комментариев. А этот придурок, а этот там. Он хоть и придурок, зато он счастливый. Я всегда говорю вот всем своим знакомым, мне говорят, вот ты занимаешься эзотерикой, зачем тебе это нужно? Ты состоявшийся человек, состоятельный человек. Зачем тебе? Это же компрометирует тебя в глазах других людей. Я говорю, знаете, это касается исключительно меня, потому что я их компрометирую, но они несчастливы. А я читаю лекции свои по эзотерике каждую пятницу, и я от этого счастлив.
Вообще очень приятно осознавать, что ты тот человек, который способен и может дарить людям возможность увидеть мир с другой стороны и дать возможность человеку альтернативного мировосприятия. И я, как человек, проявляющий любовь и проявляющий доброту, стараюсь сделать все для того, чтобы это чувство возникло у других людей. И это чувство делает меня реализованным, и на самом деле это приносит мне счастье, удовольствие, реализацию и радость в жизни. Одно из особенных ощущений проявленной радости заключается в том, что человек осознанно делает все для того, чтобы другим людям рядом с ним было хорошо. Поэтому я и провожу, наверное, для этого вот такие семинары. Эля Чижунинная. Добрый вечер, уважаемый Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, почему одни деньги приходят легко, а другие сложно? Какое духовное предназначение денег? Духовное предназначение денег заключается в том, что денег у человека столько, сколько стоит его судьба. Или сколько стоит его жизнь. Из чего состоит жизнь? Жизнь состоит из того, какие чувства создает человек по отношению к себе, какие чувства создаются в его семье и какие чувства создаются в мире. Так вот, в случае, если вас много людей начинает обожать, то к вам течет любовь. Если близкие начинают обожать, то к вам течет любовь. Если вы начинаете обожать себя, то к вам течет любовь. Чем больше любви течет к человеку, тем больше денег вы зарабатываете. Количество денег. Стоимость денег – это стоимость вашей жизни. Если вы счастливы, если вас обожают, а как определяется стоимость жизни? Если человек умрет и за его гробом пойдет целый город или целая область или целая, не знаю, страна, то тогда это увеличивает стоимость его жизни. Если человек умер и никто не придет, то тогда и эта стоимость жизни, она варьируется и она каждый день появляется. Это стоимость жизни человека. Как создается стоимость жизни? Стоимость жизни и вообще энергетика денег, она проявляется в тот момент, когда вас любят. Почему блокируется? Потому что вы кого-то бесите, кто-то вас ненавидит, кому-то вы хамите, кому-то проявляете претензии, кого-то воспитываете, на кого-то кричите. Денег нет. Ну так, попробуйте прожить, как я. Делайте так, чтобы вас обожали. Как сделать так, чтобы вас обожали? Не знаю. Пробуйте, у каждого своя судьба. Находите свои пути. Но это точно путь не злости и ненависти, и не воспитания, и бесконечных претензий. Вот так. Ольга Корягин. Уважаемый Андрей Андреевич, какое ваше мнение о квантовом переходе Земли? Спасибо за знания. Впервые о квантовом переходе Земли начали говорить в тот момент, когда построили квантовый коллайдер. И начали говорить, что там коллайдер, частицы, одни частицы переходят в волновые и так далее. После этого начали заниматься вариациями. Вообще жизнь человека устроена по принципу творчества. Вы знаете, что в большинстве своем очень часто какие-нибудь задачи или идеи человек может придумать без всяких на то доводов. Есть, допустим, наука, а есть гипотезы. Часто гипотезы, они безосновательные, но они тоже должны быть. Когда гипотезы появляются в умах обычного человека, то такие гипотезы, они могут быть неоправданными, неправдивыми и выдуманными. Но так уж устроен этот мир, что иногда в сплетни верят больше, чем в правду. Иногда неправда может показаться самой настоящей правдой. Знаете, как там, допустим, вот сейчас очень много разговоров, там Украина и Россия, и там почему, из-за чего. То есть это выглядит так, там ко мне пришли соседи и сказали, я буду здесь жить. После этого сказали все, кто сидел на унитазе, это
все проголосовали за, поэтому пошел ты в баню. То, что это моя квартира, никого не имеет значения. Вообще уходи. Ну, как-то так, знаете, это все выглядит. То есть все, где была абсолютная, все, где была абсолютная правда, может быть вымышленная правда, или неправдивая правда, или подделанная правда, и ну, много всего в этой жизни. И появляются такие люди, которые начинают придумывать идеи. Эти идеи, они могут быть необоснованы и просто, ну, вот человек решил, что есть квантовый переход. Он решил, что этот квантовый переход должен произойти. Он решил, что это, а я считаю, что это идея, которая, ну, которая не бывает. Не бывает никакого квантового перехода, не бывает каких-то переходов особенных. Почему же это говорят и почему об этом говорят так часто? Дело в том, что эта идея, она нравится людям. Ее подобрали как идею или как ключ, который может заставить человека слушать кого-либо. То есть человек делает себя экспертом в своей выдуманной теории. Говорит, что квантовый переход и перейдут только те, а вот сказали те. А вот если начать читать, кто сказал, есть ли у них физическое или математическое образование, почему и на какой основе их суждения строятся, то окажется, что это просто выдуманные идеи или выдуманные теории, безосновательные, не исторические, не академические, не математические, ну никакие. Просто человек вот себе придумал, как там придумывают, как инопланетяне с кем-то разговаривают. Может и разговаривают, но знаете, мне инопланетяне разговаривают и о чем-то говорят людям, ну так пусть инопланетяне расскажут, как сделать, допустим, там сверх, как сделать так, чтобы из одной тонны пшеницы производить там 10 миллионов тонн пшеницы? Как сделать так, чтобы человеку быстро худеть, на какую точку нажать? Или как сделать так, как соединить там растение, или как соединить что-то, или там... Пусть дадут рецепты, раз они разбираются в том, что уже создано что-то гениальное, тогда пусть это гениально. И там пройдут или не пройдут квантовое, знаете, сколько таких историй было? И пройдут или не пройдут, и вам для этого нужно очиститься, или вам для этого нужно быть кем-то, или для этого нужно читать, и для этого нужно смотреть, или давайте все покаемся, или будем молиться, всех спасать. Так это нормально. Об этом это целое такое направление, оно называется New Age, и там очень много всего есть. Я видел когда-то людей, которые... выезжали в лес, становились в круг, разжигали костер и брались за руки, и час вокруг костра ходили, вверх смотрели. Я говорю, а в чем значимость данной процедуры? И мне сказали, каждый из нас сегодня отбивал влияние инопланетян, которые поставили планете Земля ультиматум и хотят вот до там, 1 мая разрушить Землю. Поэтому мы сейчас здесь собрались своими энергетическими ружьями, которые у нас выстроены из наших глаз. Мы разбили эти корабли и все. И теперь мы спасли Землю от инопланетян. Для чего это нужно людям? Некоторые из этих людей, кстати, имели высшее образование. Для чего нужно это людям? Дело в том, что у человека иногда появляется такое желание быть хоть чем-то полезным этому миру. А уж если он спаситель этого мира, то это очень тешит самолюбие. Если это тешит самолюбие, ну тогда человек может на этом настроить свою жизнь. Он может сказать, да пошли все, я тут каждый день спасаю мир, а вы тут со своими какими-то... глупыми идеями мешаете мне это делать, обвинить всех, что люди не понимают и не хотят спасать мир. Вообще очень много религиозных направлений, они как раз и настроены на то, чтобы дать человеку сначала проблему, то есть сказать, что весь мир он скоро будет утопать или весь мир погибнет. И знаете, почему-то вспомнился Булгаков и там пожарник, сказал кухарке, а нет, кухарка сказала, точно скажу вам, 7 дня 9 месяца Земля нанесется на небесную ось. То есть о чем она сказала? Она сказала об окончании существования Земли. Так вот, окончание существования Земли, оно такое же старо, так же старо, как и любая религия. То есть об окончании этой планеты или этой цивилизации, всей эволюции, об этом говорится в каждой религиозной организации.
И после этого людям говорят, что только вы имеете силу на сегодняшний день закончить или отдалить это окончание. И вот если мы будем все вместе молиться, если мы будем все вместе просить, если мы будем все вместе стремиться, то мы сможем все преодолеть. И вот на этом все строится, и люди имеют теперь цель. Знаете, для человека, у которого жизнь бесцельная, проживание и прожигание жизни, появившаяся цель может быть очень актуальной, особенно если она связана со спасением всех и всего. Ну и для чего это? Ну, наверное, это, с одной стороны, одна из особенностей эволюционирования социума, а с другой стороны, наверное, возможность кого-то, наверное, жить там, за счет тех, кого спасают. Объединять между собой вокруг какой-либо идеи. Поэтому там в случае, если такие идеи появляются у кого-то, знаете, они всегда вызывают улыбку небольшую. И, конечно же, нету никакого квантового перехода. Мир точно такой, как и 2000 лет назад. Что изменилось? Эволюция, техника. Все это изменилось. Сейчас самым главным таким выводом это появление интеллекта, который как раз связан с квантовыми компьютерами. И весь этот интеллект, уже доказано, что интеллект, который на сегодняшний день используется, он не может быть никаким образом создан с использованием обычных технологий, и это 100% использование уже самых продвинутых технологий, связанных с большими объемами и анализом информации в огромном количестве. Об этом было сказано еще несколько лет назад и так далее. Знаете, есть такая история. На планете Земля существует несколько математических, а именно, по-моему, 11 математических неразрешимых формул. Вот одну из них смог решить и доказать Перельман Григорий. И вот эти формулы, они, их решить невозможно. Когда появился самый мощный компьютер в Японии, то ученые сделали так. Ввели одну из этих неразрешимых формул в компьютер и попросили дать решение. Так вот, на все эти 11, на первую формулу, которая не имеет решения, компьютер выдал там 2,5 или 3 тысячи решений данной формулы. После этого это поразило всех, потому что не ожидали, что там в течение там 10-15 секунд сможет такая информация появиться. Но здесь такая тема, о которой в свое время писал Айзек Азимов. Он писал, что время на этой Земле достигнет такого периода, при котором информационная система начнет становиться умнее, чем человечество. И вот смотрите, что произошло. В тот момент, когда компьютер решил неразрешимые задачи, в этот момент эти неразрешимые задачи разрешились. Но для того, чтобы их проверить, необходимо, чтобы огромное количество людей длительный промежуток времени занимались проверкой. И на то, чтобы каждое проверить решение, необходимо время. А здесь такой нюанс. А если компьютер, почему нужно проверять? Может просто довериться этому и принять как концепцию с определенным выводом? А вдруг компьютер ошибся? И здесь такая дилемма. Можно ли доверить все идеи, которые может создавать такая информационная сверхумная система? И может ли человечество сейчас довериться этой системе, дабы она могла решить основные или ключевые задачи, которые есть на планете Земля? Допустим, существует ряд технологий, которые требуют решения. Допустим, ряд технологий производства там, ну, химических технологий, органической химии, которые человечество еще не изобрело. И, конечно, такие новые идеи, вот генетические идеи, о генетической трансформации, мутации и так далее, генетического внедрения с определенными задачами, то есть вносятся определенные данные, после этого интеллект информационный анализирует, после этого может дать определенные идеи. То есть идеи, как сделать так, чтобы там выросли розы на севере, как когда-то писал Маяковский. Или яблони будут цвести, помните, на Луне яблони цвести, это мы у кого там читали, у Горького. И, конечно, я
точно на 100% уверен, что, скорее всего, это сейчас моделирование происходит. Моделирование или с внедрением интеллекта и так далее. Но здесь, знаете, смоделировать-то можно. Но где гарантия тому, что этому всему можно доверять? А почему не доверять? Ну, потому что все, что делает машина, оно должно проверяться людьми. Ну и сейчас есть такая теория. Можно ли доверять сейчас этому интеллекту для того, чтобы изменить целую планету Земля? Можно ли довериться интеллекту, чтобы на планете Земля появились миллионы новых продуктов питания, миллионы новых растений, генетические изменения в человеке, новые виды топлива, новые виды энергетики? Это сейчас вопросы, которые решают вот эти системы, сверхсознание или сверхинформационные, квантовые вот эти системы. Ну и, конечно же, скорее всего, по чуть-чуть это будет проникать, просачиваться. Это по чуть-чуть будет создавать то, что нас будет удивлять. То, к чему мы бы приходили длительное время, ну, сейчас приходить будем быстрее. Ну, видимо, это и есть квантовый переход Земли, когда по чуть-чуть начнут появляться сверхновые какие-то модификации продуктов питания, сверхновые модификации препаратов лекарственных, сверхновые модификации. Это облегчит жизнь в итоге человечества и облегчит жизнь людей, которые проживают на планете Земля. Я за это? Нет. Я за то, чтобы было все как раньше. Иван Хижняк. Здравствуйте, Андрей Андреевич. На ступенях вы говорили, что была организация, которая пыталась негативно влиять, но не получилось. Но также вы говорите, что порча существует. Можете объяснить? Да. Каждый человек, который живет в своей жизни, он создает программы. Эти программы возникают постоянно. Допустим, как это происходит? Человек говорит... Пожелание — это программа. Допустим, человек говорит, пусть у тебя скоро будет счастье. И эта программа, она может повлиять на другого человека в виде пожелания, внедряясь в его энергетический кокон. Внешне энергетический, если использовать аппарат Кирлиана, можно увидеть, как возникновение белой энергетики такой. Нет, сам энергетическая аура, она не изменяется, но в ней появляется некое бегающее звено такое, как белые вспышечки, которые могут постоянно перемеживаться или даже объединяться, как будто дополнительный огонь белого цвета, ночью желтого. Это программа. Когда у человека появляется программа другого фактора, допустим, человеку там не отдают деньги, человек говорит, ах ты собака, чтобы у тебя ноги покрутили. И человек поставил программу, чтобы у тебя ноги покрутили, но эта программа пожелания, она не идет к тому человеку, потому что она должна иметь окончание. Чтобы у тебя ноги покрутили, потому что ты мне не отдал деньги. Обычно говорит, ага, все, подавись, чтобы у тебя ноги покрутило. А закончить? Надо было сказать, чтобы у тебя ноги покрутило, потому что ты мне не отдал там деньги, Петров, там Петр Васильевич, козел. И эта программа закрытая полностью, она находится, она идет тому, где написано там Петров Петр Васильевич, и она там работает. А порча это, когда человек сказал, чтобы тебе ноги покрутили, а кому тебе? Может, ты сам себе это сказал? Это называется порча, то есть незаконченная программа, которая постоянно будет искать в вашем энергетическом поле того, кто или кому необходимо покрутить ноги, и скорее всего будет крутить ноги вам. Это называется порча. Также порча может быть предумышленная. Это когда влияют на другого человека. То есть берут человека там, и после этого на него влияют. То есть создают программу влияния. Обычно это происходит следующим образом. А, не буду рассказывать. По поводу организации, которая пыталась... Знаете, есть эгрегоры.
Это энергетические системы, в которых находятся людям. Людям хочется денег, но они страдают от того, что у них нет. И сколько бы им ни давали денег, они не будут от этого получать радость. Причем, чем выше человек в эгрегоре становится, чем больше у него денег появляется, он все равно радость не получает. Но чем выше в эгрегоре человек становится, тем больше он презирает тех людей, которые внизу эгрегора находятся. Это правило эгрегора. Поэтому если люди, которые зарабатывают больше, ненавидят тех, кто зарабатывает меньше, они в эгрегоре становятся богаче. Но деньги им не приносят радость все равно. Единственная возможность выйти из эгрегоров, но это информация, которую я даю только на ступенях, поэтому здесь я об этом не расскажу. Но человек, который вышел из эгрегора денег, ему с легкостью дается возможность потом зарабатывать деньги. Но сама тема этих эгрегоров такая, человек находится в эгрегорах, вот почему козлы или почему вредные люди, или почему какашки самые, они хамы, они начинают в эгрегорах, они начинают становиться богатыми. То есть человек хамит людям, там, здрасте, фигасте, недоплачивает, считает, что все мудаки. Вот я буквально сегодня с человеком разговаривал, и он говорит, там мудозвоны, колоброды, дальше какое он слово еще сказал, быдломаса, чмошники, я их вообще за людей не считаю. И так далее. Вот он построил уже, я не знаю, с десяток, наверное, там, десятиэтажных домов. Он строителей кидает, всех ненавидит, всех посылает, такой жесткий, злой человек и так далее. Он зарабатывает миллионы. При этом у него 50 любовниц, знаете, он каждую считает козой и так далее. Каждый плохо относится, хамит, бьет даже. И, кстати, сегодня был чуть даже в шоке. Ездит на автомобиле, стабильно напивается, употребляет наркотики периодически. Такое ощущение создается, что в жизни не происходит у него ничего плохого. Но произойдет, не переживайте, в его жизни не будет счастья. Но здесь нюанс такой, что же с ним происходит? Почему у него получается зарабатывать? Он жестко двигается в сторону повышения в эгрегоре, если ты находишься в эгрегоре денег, и презираешь тех людей, которые в эгрегоре денег. Как известно, все эгрегоры — это пирамида. То в случае, если ты презираешь тех, которые под тобой, то ты на них стоишь и эксплуатируешь тех, кто под тобой. Поэтому презирая, эксплуатируя тех, кто под тобой, ты становишься выше и выше. Таким образом, бесконечное презрение и эксплуатация поднимает этого человека выше и выше. А люди как устроены? Люди, мы добрые, мы хорошие, мы друг с другом, мы не презираем, мы хорошо относимся, мы хотим всем помочь. А в эгрегоре так не работает. Ну вот так, собственно говоря. Поэтому у нас шансов только выходить из эгрегоров. Ну и я не понял, где здесь одно с другим пересекается. Мой семинар называется «Порчи из глаза. Первая часть». Посмотрите его внимательно. Я там рассказываю в этом семинаре «Порчи из глаза. Первая часть», как возникают порчи, от чего они возникают, что такое сглазы, как проявляется проклятие, как их можно просмотреть, что будет, если у человека устранять. На второй обновленной ступени я эту тему развивал, что такое эгрегоры, каким образом это устроено. Виолетта, у меня была неудачная операция на ноге, был порезан нерв. Я хочу подать в суд, я выиграю, не выиграете. Не выиграете, вообще жаль, конечно, что это произошло, но они, ну, никакой ответственности в вашей стране вам не заплатят, ни даже не извинятся. Скажут, что так было и все. Ну, максимально оштрафуют того человека, но суд вы не выиграете. Наталья Питгерна. Подскажите, будет ли у меня муж когда-нибудь? Спасибо, низкий поклон. А если нет, вы расстроитесь? Сам Синана. Можете посмотреть, иногда в левом боку под ребром побаливает. Что это? Покажите мне Самсину, где у нее там под левым ребром в боку побаливает. И что это у нее такое? Это у вас там ущемление поясничного отдела, и там у вас это идет от позвоночника, потому что растет животик, происходит вот такое ущемление, хронический остеохондроз, лордоз, и там вот формируется постоянно эта боль. Нет, это не связано с органами, не бойтесь. Алина Баликоева, обожаю вас, первый раз на эфире. Ну, спасибо. Инаэс, очень беспокоит диастаз и грыжа вентральная.
после родов. Нужно ли делать операцию или упражнение эзотерика мне поможет? Показывают, операцию делать не нужно. Нет, вам эзотерика не поможет. Чтобы заниматься эзотерикой, нужно ее знать, а вы ее не знаете. Какая эзотерика вам поможет, непонятно. Но может помочь вам, знаете что? Ложитесь просто, вот вообще идите к вертебрологу, к неврологу, пусть он посмотрит. Вот он вам поможет. Юлия Булаткина. Первая и вторая новые ступени просто великолепны. Легко воспринимать всю информацию, эффективные практики 100%. Спасибо, Юлия Булаткина. Валентина Бондаренко. Добрый вечер, Андрей Андреевич. 40% скидки нету. Хотела оплатить четвертую ступень. Как нет? Будет аж до 16 мая. Поэтому есть, переходите. У нас здесь нет. Разве вот здесь вот можно перейти к операторам и взять скидку? Я не помню, там не 40%, по-моему, а 20%. А вы, Женя, у нас 20% или 40%? 20%, наверное. А 40% было у тех, не знаю, попробуйте, не знаю, не слежу за акциями, не я это делаю, правда, поэтому не ко мне. Закушева Лена. Ура, желаю доброго вечера. И желаю доброго утра. Алина Баликоева. Как забыть человека, мысли о котором все время крутятся? Как мысли стереть? Мысленно представляете, будто из своих половых органов достаете змею, на которой изображен с головой того человека, который вам не дает жить нормально. И эту змею перед собой бросаете и ногой ее можете раздавить. Вот так сделаете раз 10 и отпустит. Проверено вообще. Здрасте, в эти майские праздники все же употребляем алкоголь. Скажите, СНГ или другие эзотерические практики, через какое время можно снова делать? Можете делать практики даже во время алкогольного опьянения. Дело в том, что алкоголь в эзотерике не запрещен. Алкоголь называется по-другому в эзотерике сома. И эта сома, ее обязательно нельзя пить сому просто так. Вот в тот момент, когда вы купите алкоголь и выпьете его просто так, то тогда вас высшие силы накажут. Чем? Плохим настроением и так далее. Не разливайте и не пейте просто так. Всегда поднимайте и говорите тост. Пусть это будет для вас всегда. Если не с кем, то делайте так. Вмакаете палец и говорите: посвящаю своим предкам, пусть моя карма очистится, вы мои самые лучшие, вы в моем сердце, обожаю вас. И после этого пьете. Обязательно, даже если похмеляетесь. Такая сома, она должна быть посвящена. Алкоголь является сомой. Сома является одновременно пищей богов и пищей человека, поэтому сома, она не может быть выпита просто так. Сома, выпитая просто так, за нее человека наказывают. Сома, выпитая с пожеланиями, обязательно идет на то, чтобы усилить пожелания. А сам напиток, любой алкогольный, называется сомой. Поэтому можно ли выпить алкоголь и пользоваться эзотерическими практиками? Можно. Пожалуйста. Ничего в этом страшного нет. Получится ли забеременеть, родить здорового ребенка, мне уже 45. Ну, показывает, получится, но работайте над этим быстро. Вам мало было времени до 45 лет? Не понимаю я женщин, которые мне пишут, мне 50, хочу родить здорового ребенка. Ну, вам мало было времени до 50 лет родить здорового ребенка? Что мешало, не могу понять. Объясните. Конечно, вы не объясните, вы же там и не можете объяснить. Как можно? 45 лет было там, было 20, 30, 40, 30 лет жизни было. 20 лет было точно. 25 лет, за 25 лет, что вы делали? Елена Ермак, витаю и вас. В моем житті все шкереберть. Клієнтів нема, з дочкою і зятем круто розругалась, ограничуюсь бачити з моєю душою в норці. Роблю практики, слухаю, що мені робити? Задайте вопросы себе. Правда, начните со своих вопросов. Какие они должны быть? Посмотрите в зеркало на себя. Посмотрите, за что вас можно любить. Вообще, задайте себе этот вопрос как-нибудь. За что вас можно любить? Просто так, за что вас можно любить? Вот если пунктов будет мало, это и объясняет все.
Вот за что они должны вас любить? Вы им подсказываете, вы им помогаете, вы им говорите хорошие слова. Какую эмоцию вы создаете рядом с этими людьми? Надо изменить эти эмоции. Надо хвалить сына. Хвалите мальчика за то, что он сделал. Хвалите девочку за то, что она просто существует. Девочку можно хвалить за то, что она существует, потому что каждая девочка имеет больше Бога в себе, чем каждый мальчик. Почему? Ну только Бог может создавать человека. Поэтому если женщина создает человека, вынашивает и рожает, значит в ней живет еще дополнительно кусочек Бога. Да. Поэтому женщину можно любить и ей восхищаться только за то, что она просто существует. Но вы мне скажете, ну они же мной не восхищаются, они же начинается все, начинается с вас. Чем больше вашей нежности по отношению к близким, тем больше их милости по отношению к вам. А если жизнь по принципу сделай, принеси, унеси, это называется эксплуатация. Если очень много я сказал, я смогу, я помогу, я расскажу, я сделаю, вы слушайте, и тогда тихоша. Ну, это зачем им это надо, потом никто не хочет общаться ни с кем. Ну, не переживайте, в вашем отношении или в вашей жизни все изменится в лучшую сторону. По чуть-чуть это все делайте, подарки сделайте, извинитесь, позвоните, скажите, не хотела я вас ображати, хотіла навпаки бути ближче, вас з'єднати, але, ну що вам сказати, така я вже стара, мені потрібна допомога, що вам? А я ж згаряча, може, щось сказала. Як можна з ними ругатися? Як можна з кем-то взагалі ругатися? Я не розумію. Вообще люди сами по себе, вообще есть бес. Среди людей живет бес. Самый большой бес находится в бутылке. Всегда это помните. Самые большие бесы это бутылочные бесы. Если бы в этом мире не было алкоголя, наркотиков, если бы в этом мире не было бы алкоголя, наркотиков, там, тонизирующих этих всех средств, ну не тонизирующих, а наверное там выводящих человека из состояния человечности, то мир был бы очень прекрасным. Почему? Самые большие глупости наговаривают, там сплетничают, говорят, когда человек выпивший или с бодуна. И пока выпивший брешет, а с бодуна потом ко всему миру претензии. Как это можно? Зачем это нужно? Зачем? Перестаньте пить. Не будет таких всплесков. Человек говорит, я не знаю, как мне расслабляться. Так ничего не происходит, когда человек выпивает. Выпиваете и сидите, разговариваете ни о чем. Так соберитесь, сидите, разговаривайте ни о чем. Какая разница? То же самое, ничего не изменяется. Анелия Сулейман. 4 года назад перед покупкой недвижимости сделала обряд во все 4 угла, вбила колышки. Теперь хочу ее продать. Какие нужно сделать действия? Достать колышки и выкинуть, сжечь. Встречу я своего человека, чтобы старость встретить не одной. Да. Вы помогли моему внуку, который попал в автокатастрофу. Долгое время было выздоровление, сейчас осталась одна операция по удалению железа. Спасибо вам, пожалуйста. Валя Саблина. Всем кайласовцам доброго вечера, всех обнимаю, здоровья, радости, мирного неба. Я сегодня, пользуясь случаем, хочу сказать, что приглашаю вас поучаствовать в моей 3-й ступени, которую я в скором времени собираюсь провести. Я обновляю эзотерическую школу Кайласа, обновляю все ступени. В этом году была проведена обновленная 2-я, а ближе к концу лета я хочу провести обновленную 3-ю ступень. Чему она будет посвящена? В своей 3-й обновленной ступени я буду рассказывать, как увеличивать магическую силу влияния. Так люди, бывает, начинают думать о том, что они могут при помощи своей мысли что-либо сделать или кому-либо помочь, или даже знают техники, как это можно сделать. Пробуют, а не получается. Почему? Не хватает знаний, как работает эта магическая энергия, как ее можно нарабатывать. Как найти внутреннюю силу, как найти силу жизни, как найти внутреннюю энергетику так, чтобы утром вставать и много энергии было. Что этому мешает?
как сделать так, чтобы что-то построить в своем человеческом теле, чтобы это так вдохновляло, и чтобы до самого престарелого возраста у вас была постоянная огромная мотивация к жизни, чтобы хотелось и петь, и танцевать, и жить, и думать, и создавать. Где она, мотивация, берется, как она может появляться на пустом месте? Также я буду рассказывать о тонах, буду объяснять, каким образом можно вывести себя из тонов страдающих людей на тоны людей, которые могут восхищаться, радоваться и жить. Как расширять свою энергетику. Очень много буду рассказывать о всевозможных энергетических влияниях, порчах, сглазах, проклятиях, как это просматривать, методики по ясновидению, яснослышанию, тысячи кодов, ну, огромное количество просто информации, которую можно применять быстро. Это видоизмененная ступень, она интересная, буду очень много дополнительной информации давать, той, которой я раньше не давал. Приходите на третью ступень, будете приятно удивлены обновлением и улучшением подачи информации и общего понимания мироздания и общей системы. Данная ступень, третья, будет посвящена энергетике, подъему энергетики, работе с астральными планами, работы с своим внутренним состоянием. Часть дам информации, которая посвящена психологии, буду вас рад видеть. Лендинг я опубликую, наверное, уже, может, завтра или в понедельник, на моем сайте, который называется duiko.guru. Когда я был ребенком, как-то в мои руки попалась статья Юрия Лонга из журнала «Огонек». В этой статье писалось, что человеческому сознанию все по силам. Система саморегуляции нашего тела связана с сознанием. Еще там было сказано о том, что именно работа над ростом физической силы нашего сознания делает нас успешным. Я долго не мог понять, что такое сделать сознание сильным и как это в сознании может быть огромная физическая сила. Но однажды, путешествуя по Индии, я встретил одного человека с небывалыми способностями. Он на 10 минут под водой в аквариуме задерживал дыхание, пробивал свое тело, не ощущая никакой боли. Самое интересное, это было проращивание из любых зерен ростков, которые лежали прямо перед нами. Стоял большой стол, и вечером перед каждым поставили тарелку перед началом, за день до этого сказали, ну и так далее. Это статья, которую можно прочитать в моей книге, которая называется «100 медитаций Андрея Дуйко». Я хочу, чтобы у каждого человека, кто хочет меня поддержать, была такая книга, такую книгу и ссылку на такую книгу «100 медитаций Андрея Дуйко» я оставлю после окончания данного вебинара в комментариях и также в описании к данному видео. Хотите приобрести мои книги и конкретно книгу «100 медитаций Андрея Дуйко» в бумажном виде, если хотите, даже с моей подписью. Ну, наверное, нет, потому что сейчас 1002 человек напишет, я хочу вашу подпись, и мне придется 2 недели только подписывать. Но все равно я постараюсь подписать. Итак, если вы хотите приобрести такую книгу, то после окончания данного семинара можете перейти под в описание и приобрести книгу. Таких книг у меня много. Можете перейти и ознакомиться с коллекцией моих книг. Книги поддерживают меня, поддерживают нашу школу и в целом дают мне мотивацию к тому, чтобы я чаще выходил в люди и нес свет в массы. Итак, быстрые ответы, уже времени не осталось. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич, имею наследство дома, но очень тяжело при одном воспоминании про это место. Как что-то не пускает туда, может там что-то плохое. Нет ничего плохого, едьте. Все хорошо, ничего страшного. Елена Хук. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Вы живой шедевр, не перестаю восхищаться вами, глубоко преклоняюсь. Да, не придумай, такой же, как все на самом деле. Просто у вас свое открылось, у меня свое. Мира. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Ученица 6-й ступени. Хочу обучиться массажу для взрослых детей. Успешным, очень будет успешным, правильным путем идете. Федорова Нина. Добрый вечер, уважаемый. Вам необходимо знать, что сейчас люди, когда начинают чему-либо обучаться, забывают принцип. Если раньше потребность порождала спрос, то сейчас популярность порождает спрос. Уважаемые друзья, раз вы уже видите это видео, делайте все для того, чтобы становиться популярными.
Вот занимайтесь массажом, снимайте, публикуйте, делайте так, чтобы это было популярно. А почему популярно? Чем больше видео, тем больше популярность. У меня сын мой говорил, я записал первое видео, и меня никто в этом видео не увидел. Я говорю, а ты мне то же самое скажи, когда у тебя будет 1000 видео. Каждый день он выпускал от 3 и там более видео. Делал какие угодно, но одно из условий, я говорил ему, записывай видео на телефон, хоть шортс, хоть видео, и подписывай его. И вот сейчас, спустя 2 года, у него 2500 или 3000 видео и 100 тысяч подписчиков. О чем это говорит? Я вот сейчас, когда у него спрашиваю, как это произошло, он говорит, самое важное, это не отчаиваться в тот момент, когда ты это начинаешь делать. Просто делай видео, делай видео, делай видео, делай видео, делай видео. Со временем его начнут замечать, тебе захочется что-то говорить, появится аудитория, появится публика. Точно так же и люди. Они просто начинают делать и думают, что они создадут 10 видео, эти 10 видео посмотрят миллионы, и они будут всем интересны. Нет. Видео начнут видеть, когда будет много ссылочной массы на это видео. То есть 1000 человек уже его увидят, и 1000 видео будут залиты на канал. А для этого необходима дополнительная работа. Сейчас не нужно искать возможности что-либо делать или чем-либо заниматься. Необходимо искать возможности быть популярным. Создавать из себя лицо компании, создавать из себя возможность того человека, который является экспертом и так далее. Начните с этого, обучайтесь массажу, рассказывайте, что это такое, создавайте свой бренд, создавайте TikTok-видео, показывайте, как вы это делаете, как вы этому обучаетесь, как это все происходит. Оксана, скажите, пожалуйста, значение кольца с черепом, можно его носить или это артефакт сумочки носить? Очень интересно ваше мнение. Кольцо с черепом – это существо, которое постоянно находится сзади спины человека. В случае, если такое существо любить, которое носите на пальцы, то это будет защита. Если просто так носить, то будут жизни неприятности. Надежда, спасибо за знания, которые вы даете, они эксклюзивные и уникальные. Спасибо вам, Надежда, но было бы еще лучше, если бы вы написали свои комментарии после окончания этого видео под данным видео. Поэтому, когда закончится данный вебинар, обязательно поставьте свой комментарий какой-нибудь. Вот вы большой сейчас написали, спасибо за знания, скопируйте его и после этого такой комментарий под данным видео напишите. Марина Таролог, почему, когда смотришь в зеркало дома, вижу себя красивой и молодой? Если вижу себя в других зеркалах, если где-то нахожусь, абсолютно другая, и себе совсем не нравлюсь. Не знаю, это странный вопрос, вообще не знаю, не могу сказать. Видимо, то зеркало принадлежит другому человеку, которому нравится на себя смотреть, а ваше с вашей индивидуальной оболочкой. Добрый вечер, будь ласка, Андрей Андреевич, поясни, что означает, когда человек помирает на Пасху. Считается в мире, в народе, что человек, который совершил какие-либо даже гнусные преступления, ну, из ваших близких, это не так. В случае, если человек, считается, что именно на Пасху, в день Пасхи, открываются, опять-таки, это не мое мнение, открываются ворота к Богу, и человек, который умирает на Пасху, попадает прямиком в рай. И многие люди мечтают умереть в Пасху, потому что считается, что это самое лучшее время для того, чтобы родиться хорошо. Даже не родиться хорошо, а в рай попасть хорошо, потому что христианская религия, она же не верит в реинкарнацию. Поэтому хотите в рай, умирайте на Пасху. Зарина, как практиковать тренажеры, устранение невезения? Смотрите и представляете, что там показывают, то там едет девочка на лодке. Представляете, что вы девочка, едете на лодке. Куют там цепи, вот представляете, будто вы куете. Там солнце входит, представляете, будто вы смотрите. Много людей, и они руками делают, представляете, будто вы руками это делаете. Там коды при этом, хампра, при этом еще и дышите. Хампра, хампра, хампра. Вот так это. А если цифры, читаете, цифры, которые появляются, представляете, будто они перед вами находятся. Или в вас.
Скажите, у меня болеет дочь, постоянно укачивает ее и болит голова. Голова – это спазм сосудов, постоянно укачивает, закрыт желчный. Когда укачивает, нажимайте на правой руке вот эту точку очень сильно. Также есть таблетки от укачивания, это безопасно, это тоже связано со спазмированием сосудов. Как устранять спазм сосудов? Сладкий напиток, сладкий чай. Сладкий чай на протяжении дня уберет спазм сосудов. Не разрешайте ей голодать, потому что болит голова на фоне спазма сосудов. Также можно коэнзим Q10, просто по одной таблетке один раз в день. Алексей, благоприятно сегодня создавать блог, конечно. Спасибо, суперская новость, иду на третью ступень, ученица седьмой ступени. Ну хорошо. Гулю Багирова, Омду, Дуале, Дуале, Зунди, Суха, повторять. Это только для учеников школы. Проходите первую ступень, я об этом все рассказываю. Есть какие-то рекомендации для сегодняшних практик 10 мая? Нет ничего особенного в сегодняшнем дне. Не верьте, он ничем не лучше, чем вчерашний, и ничем не лучше, чем завтрашний. И хоть вы сегодня читаете какие-то практики, хоть завтра, эти дни, они никаким образом никак не воздействуют ни на что. Все, что сейчас наговорили, там какие-то особенные дни, особенные планеты, это не так. По моему мнению, это совершенно не так. Я желаю всем счастья, будьте счастливы, радуйтесь, пусть ваши семьи вас обожают. Не предъявляйте претензий, любите близких, это и называется любовь. С вами был Андрей Андреевич Дуйко, до свидания, не забудьте оставить свой комментарий и перепостить мое видео себе в Facebook, чтобы в дальнейшем оно вас радовало и радовало тех людей, которые вас знают.